Hola, Венесуэла! Меня зовут Сергей Пудич, режиссер фильма «Краб Гёрл». Это упоморочительная черная комедия, которая будет показана в Венесуэле, венесуэльская премьера в рамках фестиваля FinDeCoin, International Festival of Independent Short Films, The Day is Short. Поэтому, если кто-то будет рядом проходить мимо, будет в Венесуэле в конце февраля, обязательно заходите на фестиваль, посмотрите фильм «Краб Гёрл». Вы получите массу удовольствия, будете хохотать, смеяться по полу, и вам будет что вспомнить и о чем поговорить. Поэтому конец февраля, фестиваль FinDeCoin, фильм «Краб Гёрл», приходите. Чао!